Ребята, дед провокатор, пойдемте дальше. Дед явный провокатор, не разговаривайте с ним, пойдемте дальше. Я вам предлагаю разойтись. Я вам реально предлагаю разойтись. Пешеходы, которые скажут, что вы помешали ему проходу, мы вас всех накормим. А вы второго сорта вы решили так, или что? Получается, что вам наплевать на остальных. А вам я вам еще раз, я вам еще раз сказал. Я вам еще раз. Проедем наркологию от меня, да? То есть вы сейчас предъявляете, значит, ко мне обвинение. Вы сейчас обвинение. Я не в алкогольном обвинении. Сейчас, да? Ну пройдемте, проедем. А что? Какие проблемы? Просто вопрос задаю вам. Я еще, вот смотрите, да, вот каждому объясняю. Что сейчас вот вы идете, кричите речевки, это означает, что вы идете в шествие. Шествие по данному маршруту подано не было. Никуда не вам не согласовали тот маршрут. Совершенно по другому маршруту. Можно обратиться? Извините, можно обратиться к вам? Можно к вам обратиться? Все вопросы в СМИ. Я вам официально заявляю, что все здесь просто гуляют. И то, что кто-то что-то кричит, это личное дело каждого. Это неорганизованное шествие. Который организует. Вы сейчас занимаетесь провокацией. Ребята, это провокация. Все, пойдемте дальше. Мужчина, что случилось? А, подождите. Что случилось? Я задержан? Задержан. По какому праву? Я комментарий не даю. Что значит, вы меня сейчас ограничиваете мою свободу? Полицейский. Ребят, к вам машина. Полицейский, я к вам обращаюсь. Вы меня сейчас держите за руку. Что я сделал? Полицейский. Пойдем. Полицейский, на каком основании я задержан? Пойдемте.
Полицейские, вы что делаете? Это беспредел какой-то. Я что сделал? Скажите мне. Я не хочу никуда идти. На каком основании? На каком основании? Что вы делаете? Ну что вы утворяете? Я не пойму. Я вас прошу сказать, за что я задержан? Вы меня куда-то ведете? Вы прекрасно знаете, за что я. За что я задержан? Я шел гулял, алло. Понятно все. Добрый вечер, день. Женя. Скажите, пожалуйста, а за что я задержан? А вы не знаете, вы же здесь сидели. А? Облако пишет. Да, конечно. Меня задержали просто так. Прогуливался с толпой. Зовут Корнолов Евгений Александрович, 1995-го, 1 мая. Прогуливался с толпой, уже стоял абсолютно. Ни лозунгов, ничего не выкрикивал. А что с толпом? Видно? Да, у тебя кровь. Вот а где задержали тебя? Задержали пересечение улиц Степана Разина и Ленинский проспект. Да? Наверное, там был, да, там кто-то ходил. Послушай, а тебе предъявляли какие-то обвинения, говорили, за что ты задержан? Просто подошли сотрудники полиции и сказали, пройдемте. Или происходила какая-то потасовка? Из автозака, там с разных сторон абсолютно целая группа сотрудников вытянулась. Вот, и очень жестко задержали. И тебя одного конкретно? Да. Или с тобой вместе кого-то еще задерживали? Со мной были ребята, но они, видимо, как-то не попали. Тут работает двигатель. Скажи, пожалуйста, еще раз громко имя, отчество и фамилию свою. Корнолов Евгений Александрович, 1 мая 90-го года. Спасибо. Так, до отдела доедем, меня там объяснят. Так мне же должны на месте по закону объяснить. Разве нет? Полицейский, ну скажите, пожалуйста, я хочу домой. Я гражданин Российской Федерации. Первый раз в автозаке. Фамилия, имя, отчество? Активист Максим Эдуардович. За что задержали? Ни за что. Понятно, как всех. Говорят, якобы кричал, но я шел рядом. Громко разговаривать в Российской Федерации тоже не всегда можно. Телефон проезжал, да? У нас гости, да? Пожалуйста. Как далеко едет? Когда 21-го ты едешь, вон, подержи. Далеко? Вы так ему говорите, как будто он там каждый день бывает. Больше прошел. А? Больше прошел, говорит. Тебе ехать осталось 2 минуты. Прогулялся. Я не кричал даже, ничего. Я позиционер. Серьезно? Прям мировоззрение меняется, да? Ой, слышно. Вам самим-то не стыдно? Вы тут мало того, что незаконно людей задерживаете, так еще и нравоучениями занимаетесь. Не стыдно вам? Серьезно? А я не вам. Я вообще вот вам всем. Вот сейчас конкретно вот этот полицейский объяснял вот этому, что он что, дурак, что ли? Зачем он ходил-то? Стоило оно того? Я
А вы сейчас рассказываете при нас, чтобы мы специально слышали, что тут, видите ли, человек другим становится, когда проходит. Вот я первый раз прошел через эту дверь. Я не стал другим, поверьте мне, вообще ни разу. И когда приеду туда, куда вы меня везете, неизвестно куда, я тоже другим не стану. А вам должно быть стыдно, что вы меня не защищаете, а задерживаете. Я ничего не сделал. Я не бандит, не преступник, но при этом сижу здесь. Если у вас есть какие-то претензии, есть суд, есть прокуратура, жалуйтесь ради Бога. Обязательно, конечно, обязательно. Конечно. Даже не сомневайтесь, прокуратуру обязательно пожалуюсь. Просто смысл сейчас что-то... А я сейчас обязан молчать? Правильно? Обязан я? Вы мне приказываете? Нет. Тогда в чем проблема? Я вот разговариваю с сотрудником, он со мной отказывается. Вы, кстати, даже никто не представились. Вот тебя задержали, тебе кто-нибудь, кстати, представился? Да. Мы даже не знаем, кто нас везет. Вы, может, вообще не сотрудники полиции. Вы ни удостоверения не показали, ничего. Вы нас в Чечню везете на органы продавать, молодые люди. Я другого ответа от вас не ожидал. В окно хотя бы поснимаю.